Всем привет, меня зовут Кенни. Сегодня мы находимся на станции метро Беломорская, и я вам сегодня покажу, как дойти до второго нашего магазина, который находится в торговом центре Экстрим. Погнали, вначале дойдем до перекрестка, а там уже я расскажу более детально. Ну что, вот мы и дошли до перекрестка. Сзади нас выходы из метро. А на перекрестке мы переходим дорогу и следуем все время прямо. Самое главное, что здесь очень ровный асфальт, и на своих самокатах вы доберетесь до нас всего лишь за 2 минуты. Ну что, мы все время движемся до сих пор прямо, но как ориентир у вас есть вот такая многоярусная парковка и вот такой красивый дом. Вот мы и дошли до самого торгового центра, нам остается повернуть налево. Теперь мы заходим за здание торгового центра и направо. Так, итак, мы сейчас поворачиваем направо и идем до самого конца, до самых крайних дверей. Ну что, вот мы дошли до нашего магазина. Сейчас я покажу вам, где он находится, в самом торговом центре. Как вы могли заметить, у нас справа и слева, с обеих сторон торгового центра находятся бесплатные парковки большие, поэтому мест хватит всем. Пойдемте в магазин. Вот мы и добрались до нашего второго магазина от метро Беломорская. Адрес данного магазина — улица Смольная, 63Б, павильон В16.